очень беспокойны. Может быть, у кормилицы молока мало. Так что же вы не сказали? Кому ж сказать? Анна Аркадьевна, нездорово все. Надо за доктором послать. Да, мой милый. Мам, ты знаешь, папа получил Александра Невского. Знаю. Его уже приезжали поздравлять. Что ж, он рад? О, как тут не радоваться? Он заслужил. Сын Лукич, знаете, папа получил Александра Невского. Вы мне только скажите, сын Лукич, что больше Александра Невского? Больше Александра Невского есть Владимир. А выше? А выше всего Андрей Первозванный. А выше еще Андрея. Я не знаю. Как? И вы не знаете? А ты, мама? Его превосходительство. Ты гулял хорошо? Да, очень весело было, пап. Я видела Наденьку. Она мне сказала, что вам дали звезду новую. Вы рады, папа? Ну, во-первых, ты не таратуль, пожалуйста. Во-вторых, дорога не награда, а труд. Я желал бы, чтобы ты это понимал. Вот если ты трудишься и учишься для того, чтобы получить награду, то труд тебе покажется тяжел. Но когда ты трудишься, любя труд, он будет для тебя награда. Ты понимаешь это, я надеюсь. Да, папа. Ну, иди к себе. Тебе еще следует повторить задание на завтра. Я после приду, проверю. Что, Сережа? Никак нельзя сказать, что Сережа неспособный мальчик. Напротив, он много способнее многих детей. Но учится он дурно. Но ему же всего 9 лет. Он ребенок. Полагаю, он просто не хочет учиться тому, чему его учат. Есть в нем какая-то холодность к тем главным вопросам, которые должны трогать душу всякого человека и всякого ребенка. Может, он просто не может этому учиться? Не может, потому что в душе у него есть требования более для него обязательные, чем те, которые заявляют учителя. Попробуйте секунду под руку, затем репост. Атакуйте. Секунду под руку. Раз. Держите кисть. Затяжей вверх, теперь квартой. Колите. Рука. Не оборачивайте руки, граф. Затяжей вверх. Снова квартой. Колите. Рука. Не оборачивайте руки, граф. Держите кисть. Затяжей вверх. Теперь квартой. Колите. Да. Хватай и репост в грудь, туше.
Замечательно. Вы снова обрели форму, граф. Но не забывайте про ноги, потому что ноги – это дистанция, это безопасность. У вас ваше превосходительство. Как всегда, все замечательно. Я уже слышал про тебя. Ну, про твой отказ от новой должности и про выход из полка. Ты уже подал рапорт? Угу. Разумеется, я тебя одобрю, но на все есть свои манеры. И я думаю, что самые твои поступки хороши, но ты их сделал не так, как надо. Что сделано, то сделано. И потом, мне прекрасно. Прекрасно, на время. Но ты не удовлетворишься этим. Тем более, такие люди, как ты, нужны. Кому? Кому? Обществу. России нужны стоящие люди, иначе все полетит к собакам. Нужна партия власти людей независимых, как ты и я. Мы с тобой знаем столько держащих власть людей. Разве они независимы? Только потому, что у них нет или не было от рождения независимости, состояния, не было имени. Не было той близости к солнцу, в которой мы родились. Еще. Их можно легко купить. Или деньгами, или лаской. Ну, ты-то точно лучше. Может быть, я хуже. Глупее, только я не вижу, почему я должен быть хуже их. И потом, мне кажется, у меня есть одно важное преимущество. То, что меня, то, что нас, труднее купить. Все-таки мне недостает для этого одной важной вещи. Недостает желания власти. Это было, но прошло. Извини меня, но это неправда. Прошу тебя, не перебивай. Для этого я хотел тебя видеть. Ты поступил так, как было должно. Это я понимаю, но... Я только прошу у тебя карт-бланш. Возвращайся на службу. Едем со мной в Ташкент, там война! И такие возможности! Да ты через пару лет станешь генералом! Ты пойми, мне не нужно ничего. Послушай, мы с тобой ровесники. Может быть, ты больше числом знал женщин, чем я? Вот тебе мое мнение. Женщина – это главный камень преткновения в деятельности человека. Очень трудно любить женщину и что-то делать. Для этого есть одно средство с удобством и без помехи. Любить. Женитьба. Но без женитьбы. Ты посмотри, сколько людей загубили свои карьеры из-за женщин. Ты не любил никогда. Может быть. И еще. Женщины гораздо более материальны, чем мужчины. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда низменные, приземленные. Ну так даешь карт-бланш? Давай после поговорим. Я найду тебя. А впрочем, делай, как полагаешь нужным. Я согласен. Еду в Ташкент. Кто здесь? Княгиня Елизавета Федоровна Тверская. На вашем муже должен быть выше. Я не для мужа, я для себя не хочу. Не говорите этого. Да, но вы можете не желать проститься с человеком, который стрелялся из-за вас. Этого-то я и не хочу. Я рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь. Я не видела вас со времени болезни Анны. Я все слышала ваши заботы.
Вы удивительный муж. Как твое здоровье? Мне кажется, лучше. Мне кажется, мы слишком разговорились. Я чувствую в этом свой эгоизм. Я уезжаю. Нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать вам. Нет, вам. Я не хочу и не могу иметь от вас ничего скрытого. Быть говорила, что граф Вронский желал быть у нас, чтобы проститься перед своим отъездом в Ташкент. И я сказала, что я не могу принять его. Вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от вашего супруга. Да нет, я не могу его принять. И это ни к чему не... Одним словом, я не хочу. Я очень благодарен вам за ваше доверие. Прощайте, моя прелесть. Каренин, я знаю вас за истинно великодушного человека. Я человек посторонний, но я так люблю ее и уважаю вас, что позволяю себе совет. Примите его. Алексей есть олицетворенная честь. И он уезжает в Ташкент. Благодарю вас, княгиня, за ваше участие и советы. Но вопрос о том, может ли или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама. Прощайте. О, княгиня, очень рад встрече. А я был у вас. Встреча на минуту, я уезжаю. Надо что-то делать. Он уморит ее. Это невозможно, невозможно. Вы же брат, только вы можете ей помочь. Я очень рад, что вы так думаете. Я поэтому и приехал в Петербург. Весь город только и говорит об этом. Это невозможное положение. Она тает на глазах. Он никак не может понять, что она женщина, которая не шутит своими чувствами. Одно из двух. Либо увези он ее, поступи энергически. Либо дай ей развод. А это душит ее. Да, да. Я, собственно, затем и приехал. Ну, не собственно затем. Меня сделали камергером. Каренин помог. Надо благодарить. Но главное сделать это. Надо. Ну, помогай вам Бог. Я очень благодарен за твое доверие ко мне. Я очень благодарен за твое решение. Я тоже полагаю, что так как он едет, то и нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда, впрочем. Да уж я сказал. Так что ж повторять? Не будем никогда говорить про это. Я предоставил тебе решить этот вопрос. Я очень рад видеть, что... Что мое желание сходится с вашим? Да. И княгиня Тверская совершенно неуместно вмешивается в самые трудные семейные дела. В особенности она... Я ничему не верю, что говорят об ней. Я знаю, что она меня искренне любит. Я сейчас послал за доктором. Я здорова. Зачем мне доктора? Нет. Маленькая снова кричит. Все-таки у кормилицы молока мало. Для чего же ты не позволил мне кормить, когда я умоляла об этом? Все равно она ребенок, и его уморят. Я просила кормить, мне не позволили. Теперь меня же упрекают. Я не упрекал. Нет, вы упрекаете! Зачем я не умерла?
Я раздражена, я несправедлива. Ну, уйди. Никакой надобности. Приезжает человеку проститься с женщиной, которую он любит, для которой хотел погибнуть и погубил себя, и которая не может жить без него. Нет никакой надобности. Александрович. Ну, как там? Почему все смотрят на меня и ожидают чего-то? Что? Я ведь ясно вижу, что весь свет и жена требуют от меня чего-то. Но чего именно, я не могу понять. Я же чувствую, еще немного, и мне не выдержать этого потока презрения, которое как будто написано у всех на лицах, кого я встречаю. Что с тобой такое, я не понимаю. Они уничтожат меня, как собаки порвут на куски. Единственное спасение – скрыть от них свои раны. А я… Скоро я буду уже не в силах продолжать эту неравную борьбу. Прости. Похоже, нынче я себя неважно чувствую. Я слышала, что женщины любят людей даже за их пороки. Но я ненавижу его за его добродетель. Ты пойми, его вид физически действует на меня. Я выхожу из себя. Я не могу. Я не могу с ним жить. Что же мне делать? Ты поймешь ли, что я знаю, что он добрый, превосходный человек, что я ногти его не стою. Я все-таки ненавижу его. Я ненавижу его за его великодушие. И мне ничего не остается, кроме… Ты больна и раздражена. Поверь мне, ты преувеличиваешь ужасно. Здесь нет ничего такого страшного. Нет, Стива, я погибла. Нет, я хуже, чем погибла. Я еще не погибла. Я не могу сказать, все кончено. Напротив, чувствую, что не кончено. Я как… натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено. И кончится страшно. Надо просто потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого не было бы выхода. Я думала и думала. Только один. Ты не можешь видеть своего положения, как я. Позволь мне откровенно сказать свое мнение. Ты вышла замуж за человека, который на 20 лет старше тебя. Вышла не по любви. Или не зная любви. Это ошибка, пожалуй. Ужасная ошибка. Да, но это свершившийся факт. Потом ты имела… Ты полюбила не своего мужа. Это несчастье. Но это также свершившийся факт. Остается одно. Хочешь ли ты дальше жить с мужем? Желаешь ли ты этого? Желает ли он этого? Ты не можешь понять. Я чувствую, что я лечу головой вниз в какую-то пропасть.
Но я не должна спасаться. Я не могу. Мы подстелим. Поддержим тебя. Ну, я понимаю. Понимаю, ты не можешь высказать своего желания, своего чувства. Я ничего не желаю. Только чтобы кончилось все. Он видит это и понимает. Неужели ты думаешь, что его это не тяготит? Ты мучаешься, он мучается. Зачем? Когда как развод развяжет все. Я не желала этого только потому, что это казалось мне невозможным счастьем. Мне ужасно вас жаль. Как бы я был счастлив, если бы сделал это. Развод. Да, развод. И поверь мне, это лучший выход из положения для супругов, которые находятся в таком положении, как вы. Это очень просто. Все, что для тебя очень просто, я уже тысячу раз обдумывал. И мне это кажется не только не очень просто, но вполне невозможно. Ну что ж тебя беспокоит? Я не могу принять на себя обвинение в фиктивном прелюбодеянии. Еще менее могу допустить, чтобы жена, прощенная мною любимая, была уличена и опозорена. А что будет с сыном в случае развода? Оставить его с матерью? Но это невозможно. Она будет иметь свою семью, в которой положение пасынка и воспитание его будут, по всей вероятности, дурные. Тогда оставь его. Оставить его с собой. Но это было бы мщение с моей стороны, а я не хочу этого. Ведь все можно решить. Договориться. Да, но согласившись на развод, я этим самым погублю Анну и погублю безвозвратно. Ведь если она будет разведенной женой, и она соединится с ним, и связь эта будет незаконной и преступной, потому что жене по закону церкви не может быть брака, пока муж жив. Ты говоришь странные вещи. Если они соединятся... Да. Она соединится с ним, и через год-два или он бросит ее, или она вступит в новую связь. И тогда я, согласившись на незаконный развод, буду виновником ее погибели. Но ведь она ничего не хочет. Не смеет просить, она полагается на твое великодушие. И ударив жену в правую щеку, подставь левую. И снимающему кафтан отдай рубашку. Да. Я беру на себя позор. Отдаю даже сына. Впрочем, делай как хочешь. Я согласен. Вронский, знаешь, чем отличаюсь я от государя? Что вам, прости? Государь дает развод, и никому от этого не лучше. А я сделал развод, и трем людям стало лучше. О чем ты? Я так счастлив, что совершил это дело, ибо я уверен, что Каренин не отречется от своих слов. Да каких слов? О чем ты? Каренин дает развод. Теперь ты можешь видеть ее. Thank you.
Я так ждала тебя. И я только не знаю, что он решит о Сереже. Не говори про это. Не думай. Каренин не отдал Анне сына. Взяв с собой дочь, мы путешествовали по Европе. Мы впервые ощутили всю прелесть свободы, которую не знали прежде. Особенно свобода любви. Ты ожила. Знаешь, наша новая с тобой жизнь так приятна, что я чувствую себя непростительно счастливой. Я тоже счастлив. Чем больше узнаю тебя, тем больше люблю. Только не перебивай меня. Я люблю тебя за тебя самого. И за твою любовь ко мне. Невозможно счастливо, когда ты рядом. Не покидай меня никогда. Анна, я и сам не хочу тебя покидать. Я тоже счастлив рядом с тобой. Все черты твоего характера, которые я узнаю, все больше и больше для меня невыразимы, милый. Во всем, что ты говоришь, делаешь и думаешь, есть что-то особенно благородное и возвышенное. Анна, твое странное восхищение предо мной просто пугает меня. Оно часто пугает и меня саму. Порой мне очень страшно. И я не смею показывать тебе сознание своего ничтожества перед тобой. Если ты это поймешь, то ты разлюбишь меня. А теперь я ничего так не боюсь, как твое охлаждение ко мне. Но, Анна, ты... Я и сам боюсь представить, что могу тебя разлюбить. Я люблю тебя. Живу тобой. Все, что у меня есть, это ты и твоя любовь. Если ты сомневаешься в моих чувствах, давай скрепим их браком, но ты же сама не хочешь развода. Порой я просто не понимаю тебя. Пойми, я неизбежно сделала несчастье Каренина, но я не хочу пользоваться этим несчастьем. Я тоже страдаю и буду страдать. Зачем? Оставь, пожалуйста. Я решила, что должна лишиться того, чем я более всего дорожила. И я лишаюсь честного имени и сына. Ну, Анна, ну почему ты просто потому не хочешь... Потому что я сделала ему дурно. И потому не хочу счастья. Не хочу развода. И я буду страдать позором и разлукой с сыном. Да, она так и сказала. Я сделала несчастье Каренина, я сделала ему дурно. И теперь буду страдать позором и разлукой с сыном. Послушайте, а вы действительно любили ее? Я из-за нее стрелял в себя. После ее гибели уехал на войну. Да нет, я не об этом. Можно стреляться, можно на войне смерти искать. Я о другом говорю.
Любили вы ее по-настоящему? Как она вас? Вы такой вопрос себе задавали? Задавал. И как ответили? У девчонки-китаянки трубку купил. Вот странно. Отец очень много сделал для меня. А я, в сущности, никогда не был привязан к нему. А вот мать любил. Любил страстно. Знаете, пойду, наверное. Дел много. Спокойной ночи. Как ваш сын, наш ангел? Не могу сказать, чтобы я был вполне им доволен. Нам надо поговорить о грустном для вас деле. Я все бы дала, чтобы избавить вас от неприятных воспоминаний, но некоторые так не думают. Я получила от нее письмо. Она здесь, в Петербурге. Она хочет видеть сына. Я ждал этого. Я не полагаю, чтоб я имел право отказать ей. Друг мой, вы ни в ком не видите зла. Я, напротив, вижу, что все есть зло. Но справедливо ли это? Да, но есть предел всему. Я понимаю безнравственность, но я не понимаю жестокости. И кому же? К вам. А кто бросит камень? Я все простил. И потому не могу лишить ее того, что есть потребность любви для нее, любви к сыну. Но любовь ли это, друг мой? Искренно ли это? Положим, вы простили. Вы прощаете. Но имеем ли мы право действовать на душу этого ангела? Ваш сын считает ее умершей. Он молится за нее. Он просит Бога простить ее грехи. И так лучше. А тут что он будет думать? Я не думал об этом. Нет, если вы спрашиваете моего совета, то я не советую вам делать это. Разве я не вижу, как вы страдаете? Как это раскрыло ваши раны? И потом, к чему это может привести? К новым страданиям с вашей стороны и к мучениям для ребенка. Нет, если в ней осталось что-нибудь человеческое, она сама не должна желать этого. И если вы разрешите мне, я напишу к ней. Им нужно только оскорбить меня и измучить ребенка. А я что, стану покоряться им? Ни за что. Она хуже меня. Я не лгу, по крайней мере. Разве это неестественно, просто увидеть своего сына, когда я нахожусь в одном с ним городе? Анна, пойми, сейчас твое... наше теперешнее положение... это будет сделать довольно непросто. В чем же эти трудности? Ты что, хочешь поехать прямо в дом? Ведь тебя могут не пустить. Или я даже боюсь-то подумать, оскорбить. Ведь там ты можешь встретить его отца. Анна, если ты так хочешь увидеть сына, всего лишь стоит узнать, куда он выходит гулять. Да как ты
Ты не можешь понять, что для меня увидеть сына на гулянии – это мало. Я так ждала этого свидания. Мне столько нужно сказать ему. Я просто хочу целовать, обнимать его, ведь это мой ребенок. Самое страшное, что для тебя вопрос о свидании с сыном кажется самым неважным вопросом. Анна, ну как ты можешь? Если я люблю тебя, то я знаю, люблю. Что никогда. Никогда ты не в силах будешь понять всей глубины моего страдания. И я знаю, что за твой холодный тон при упоминании об этом я возненавижу тебя. А я боюсь этого больше всего на свете. Поэтому отныне все, что касается сына, ты не будешь спрашивать. Хорошо? Мама, мальчик, внучек. Я знал. Ты лучше мое рождение. Я знал, что ты придешь. О чем ты плачешь, мама? Я плачу от радости. Я так давно тебя не видела. Я не буду. Ну, тебе теперь пора одеваться. Как ты одеваешься без меня? Как? Я больше не моюсь холодной водой. Папа не велел. Ну что ж, ты думала обо мне? Ты не думала, что я умерла? Никогда не верил. Не верил, друг мой? Я знала. Мам, знаешь, как мы с Наденькой сегодня упали? Да. Мы так упали. Мы упали с горы. Я понимаю, родные. Мы даже, представляешь, 3 раза прокатились. 3 раза перевернулись. Анна Аркадьевна, идет. Милый. Милый, милый котик. Ты не забудешь меня. Папа не скоро придет. Ну, уходи. Сережа, друг мой, люби его. Он лучше добрее меня. Я виновата перед ним. Когда ты вырастешь, ты рассудишь. Никто не может тебя.
Юрика. Сушите. Промывайте и сушите. Руки. Все. Пилу давайте. Держите. В зеркало.